лучшего награждается хрустальной совой, а ее нет. А вот она, потеряли. Алена, это же у вас первая сова, а? Кажется, мне кажется, что у вас уже выводок дома стоит. Алена, скажите два слова и пойдем отвечать. Я счастлива, что у меня именно такая команда, и без нее все было бы совсем не так здорово. Ну, я вас поздравляю, Алён. Вы немножко растеряны, это правильно. Уважаемые телезрители, нас теперь ждет большой перерыв до начала осенней серии, а и игры в клубе «Что, где, когда» закончены. Большое всем спасибо.